Мы продолжаем с улицы Кирова. Вот так она выглядит. Это, в принципе, старая Химки, если кто не знал. Кстати, сейчас пройдемся по железнодорожному проезду. И дальше еще кое-что глянем. А именно центральную платформу с лицевой стороны. Могу, конечно, потом подробный обзор запилить.
этой самой станции НАТО, если захотите. В общем, здесь улица Железнодорожный проезд, а параллельно идет улица Железнодорожная. Ну, в принципе, вот эта площадь. Вот так она все выглядит. Международная сеть «Стрижка Экспресс» — это более миллиона довольных клиентов ежегодно. Ваше доверие подтверждено. Здесь будет крытый рынок. В принципе, здесь все рынки крытые. Только в разных находятся ангарах. Здесь продуктовый ангар. А там дальше вещевой будет ангар. И, кстати, еще и продуктовый. Thank you.